Я Арзовская Виктория Олеговна, директор медицинского центра в городе Покров. Новый медицин для всей семьи. В этом году наша семья расширилась, и мы открыли медицинский центр новой медицины в городе Покров. Все наши силы направлены, чтобы мы были ближе к народу, чтобы люди, проживающие в Владимирской области, могли в шаговой доступности посетить профессиональных врачей из города Орехово-Зуево. Расширяясь, мы все становимся лучше.